Здравствуйте, дорогие друзья, и снова с вами я, Лёва Иванов, и мой канал «Техническая страничка». Сегодня я вам расскажу о результатах покоса, как работает косилка, покажу, что сегодня утром я скосил. Вот она, эта косилка. Что хочу сказать сразу. Ножи я заменил, стандартные ножи, которые были с косилкой. Купил вот такие ножи от комбайна Дон. От косилки комбайна Дон. Немножко их обрезал вот так, потому что они длинненькие. Вот здесь вот они бы задевали за вот это вот соединение, если бы я оставил такую заводскую длину. Материал очень хороший, косят они хорошо. Небольшая скорость. Мотоплуг Лифан 1W G900, семисильный двигатель, работает почти на холостых оборотах, когда включена косилка, и движется, и делает покос. Ну что я хочу сказать, семисильного двигателя вполне хватает для этой косилки. Мотокультиватор тянет ее хорошо, без всяких проблем. И единственное, что когда очень-очень густая трава, приходится поддать немножко газу и за ним пробежаться, чтобы пройти этот участок. Ну что хочу сказать еще про косилку. Сделал я два адаптера. Вот, то есть переделал я родной адаптер. Вот, прямая труба была, чтобы соосность была шкивов. Вот этих вот на косилке и на мотоблоке пришлось вот так вот его переварить. Этот адаптер шел с мотоплугом, с мотокультиватором. И еще у меня есть один адаптер, который шел с косилкой. Тоже я его переделал. Теперь у меня два адаптера под разные ремни. Очень хорошо. То есть, если нет ремня, тот, который нужен для вот этого адаптера, покупаем ремень, который нужен для другого адаптера, и все работает отлично. Родной ремень у меня тут же порвался, где-то скосил я соток, может быть, 10, который шел с этой косилкой КР-800, и он у меня вышел из строя. Порвался, разлохматился, все, вот, приобрел другой ремень, отлично работает. Скосил я им уже больше гектара травы. Все нормально. Итог моих вот этих вот покосов. Это вот стажок стоит. И вот стажок стоит. Ну, сегодня вот я косил оттаву. Сейчас я вам покажу. Вот эта тележка, на которой я вожу сухое сено. Вот здесь я скосил оттаву. Все, вот этот вот участок, где-то здесь соток 7, наверное, будет. Сегодня утром не было росы, пасмурное небо. И я с утречка, пока было прохладно, скосил вот эту вот оттаву. Ну, сено у меня заготовлено, подсушу его, если даст погода, буду скармливать козам. А так скосил в противопожарных целях вот этот вот участок между мной и соседями. Мотоплугом и косой в целом я доволен, мои дорогие друзья. Мотоплуг, мотокультиватор зарекомендовал себя очень хорошо. Прошел обкатку. На обкатке, как вы помните, я вам рассказывал, этот мотокультиватор Лифан 1W G900 сожрал у меня маслице. Но после обкатки провел я замену масла. Масло было заменено на свежее, новое. И, о, как я был удивлен. Где-то я на нем покатался, поездил, покосил траву, и масло у меня двигатель совсем ничего не сожрал. Очень экономично он работает во время покоса.
травы этот мотокультиватор. Небольшой расход идет, очень маленький. Я думал, что будет гораздо больше. У меня бензин уйдет. Ну что, поменял я сальник. Как вы помните, я вам рассказывал по оси. Вот видите, ничего не течет. Все хорошо, сальник попался удачный. Вот, родной с другой стороны тоже не течет. Все хорошо, чистенько. Двигатель, конечно, запылился. Вот. Ремни вот эти вот. Как был натяг с весны, регулировка, так и обкатка прошла, и покос прошел тоже. Я их, эти ремни, натяжку не трогал. То есть они не вытянулись, как были, так и были. Заводится он хорошо, в ручку стартера больше не отбивает. Заводится и на горячую, и на холодную. С первого раза дернешь, завелся, заработал. Все отлично. Единственный какой минус, стало трескаться. Вот посмотрите, трещины появились на резине. Вот раз трещина, два трещина, три трещина. Протектор, хоть ездил по кирпичам, камням, когда добирался до своего покоса, в отличном состоянии. А вот появились боковые трещины. Не знаю, сколько продержатся эти колеса родные. Но, наверное, в скором будущем придется поменять. Вот так, на наши советские. Китайская резина, к сожалению, мои дорогие друзья, себя зарекомендовала очень плохо. Ну что еще вам рассказать? Двигатель работает очень чисто, работает очень хорошо, без всяких проблем. Кстати, на косилке все соединения, которые и есть на ней, пришлось мне еще раз протянуть. Течи масла, вернее, смазки, которые есть вот в этих вот редукторах и внизу, и те, которые приводят диски с ножами во вращение, смазка не выходит, не вытекает. Все как есть, так есть. Ну что хочу сказать, все мне понравилось. То, что я приобрел, я нисколько не пожалел, мои дорогие друзья. Удачно поработал я в этом сезоне, благодаря этой косилке и мотокультиватору накосил траву, заготовил своим животным, и все у меня успешно и удачно прошло. Ну вот этот вот фартук вот тоже очень помогает. Вот видите, сколько травы летит на него, попадает, когда он работает. А мотокультиватор, сам двигатель абсолютно чистый, то есть травы нет. Фартук этот вот все-таки он предохраняет, вещь нужная. Ну, подвязываю я его повыше, чтобы густая трава проходила под культиватор и не задерживалась. Приходится его подвязывать повыше. Ну, веточки, палочки летят, сюда попадают. Все, этот пыльник из транспортерной ленты защитный работает очень хорошо. Ну вот, мои дорогие друзья, все я вам доложил, рассказал. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всего доброго. До свидания.